Общественные наблюдатели Владивостока побывали на стадионе «Авангард» и оценили ход масштабного ремонта. Достаточно ли окон? Почему не по всей ширине эти окна сделаны? Почему вот тот угол левый? Там серверная. Там серверная, она закрыта. Там очень дорогое оборудование. Первый и самый сложный этап работ по реконструкции уже завершен, но сделать требуется еще немало. Сейчас на стадионе монтируют трибуны на 5720 мест, отсыпают дорожки и устанавливают новые лестничные марши. Также ведутся дополнительные работы по устройству новых лестничных маршей, аварийного выхода, ограждения самой трибуны. Производится настройка и пусконаладка всего автоматического оборудования, такое как видеонаблюдение, телевизионное оборудование, а также звуковое. После окончания всех работ все-таки хочется, чтобы стадион зажил полной жизнью, а именно, чтобы мы могли использовать не только под технические виды спорта, а также для проведения физкультурно-спортивных мероприятий по стритболу, там, баскетболу, мини-футболу, легкой атлетике, дисциплине беговел, а также автомодельный спорт. Народных контролеров также интересовало, справляется ли с большим объемом воды система ливневой канализации. По словам руководства, прошедшие дожди показали, что ливневка с осадками справляется. Осадки смывают. Сделана разуклонка конверта, в принципе, вся вода. На удивление, после всех прошедших ливней появилась только одна лужа. Уже 13 июля у клуба «Восток» здесь состоится первая домашняя гонка чемпионата России по спидвею. Чтобы все успеть, строители компании-подрядчика работают без выходных. Спортсмены благодарят. Очень хорошее помещение. Сам стадион получился просто отлично. На всех этапах реконструкции за ходом работ следили общественные наблюдатели. Они давали рекомендации по улучшению инфраструктуры спортивного объекта, замечали нарушения и просили их устранить. До 13 июля все работы должны быть завершены. Анна Дьякова, новости на Восьмом.